храм Христа Спасителя, памятник победе над Наполеоном и спасению России. Его центральную часть с необычным восьмигранным алтарем опоясывает галерея. Мемориал в честь героев войны 1812 года. 177 мраморных досок содержат летопись событий, имена павших и раненых офицеров, полученные ими награды. Внешние стены украшены скульптурами, горельефами и круглыми медальонами. Выбор героев не случайен. Дни памяти святых совпадают с датами важнейших сражений. В день памяти святителя Романа Рязанского одержана победа под Клястицами. Удалось остановить продвижение французов к Петербургу. Владимирский образ Божьей Матери напоминает о Бородинской битве. Взятие Парижа состоялось в день памяти мученика Хрисанфа. Храм был освящен в год 72-летия войны 1812 года. И больше 100 лет день изгнания армии Наполеона праздновался как главный день Победы.